Как получить высшее образование, спросите вы? Очень просто, отвечу я. Идешь в магазин, покупаешь банку пива, да покрепче. Идешь на гаражи, встречаешь там бомжа, даешь ему банку пива и говоришь: «Научи меня жизни. Научи меня, как правильно жить». И слушаешь его двухчасовую лекцию. И он тебе такую информацию выдаст, что у тебя переворот сознания может случиться. Ту информацию, какую он дает, ты нигде больше не получишь. Для закрепления знаний рекомендую купить еще одну банку и сходить к другому алкашу. Каждый из них уникален, каждый подает информацию по-своему, и каждый из них знает то, чего не знают другие. Теперь ты знаешь, как получить высшее образование. Ну или другой вариант, ты можешь в универ какой-нибудь пойти или институт. Принципиальной разницы я не вижу. Только в институте ты получаешь общедоступную информацию, которая есть в интернете, а на гаражах уникально. Ну и подписывайся под каждым моим словом, если хочешь услышать больше моих слов. И ставьте лайки мне на сайтах знакомств. Ой, то есть под видео.